В Ильинской больнице созданы исключительные условия для проведения операций. Одноразовые инструменты и расходные материалы, качественное, постоянно обновляемое оборудование позволяют делать операции любой сложности с высокой точностью и безопасностью. Один из ключевых моментов – это наличие сильной команды хирургов всех специальностей, которых я могу пригласить в операционную в любой момент времени, как для консультации, так и для выполнения конкретного этапа хирургического вмешательства. Это особенно важно при тяжелых операциях, например, при распространенном эндометриозе или раке яичников, болезнях, хирургия которых подразумевает работу на нескольких органах в разных анатомических зонах. Ведь ни один врач не может быть одинаково хорош во всех областях. Для хирургии это особенно актуально, потому что это ремесло. И навык совершенствуется только во время практики. Оперблок Ильинской больницы отличается высоким уровнем интеграции современных технологий. Так, например, при операциях по поводу рака тела или шейки матки мы используем процедуру определения сигнальных лимфатических узлов. Эта методика в ряде случаев позволяет полностью отказаться от удаления лимфатических узлов, заменив их прицельной биопсией. Это снижает продолжительность операции, уменьшает риски интраоперационных и послеоперационных осложнений, повышает качество жизни по сравнению с традиционной лимфоденэктомией и также увеличивает точность диагностики. В других местах порой не хватает именно такого высокого уровня технической оснащенности. Мне известны случаи, когда использование инструментов ненадлежащего качества влекло за собой осложнения как во время операции, так и после хирургического лечения, приводя к кровотечениям либо к воспалительным осложнениям, что опять же требовало повторных операций и усложняло восстановление пациента в послеоперационном периоде. И это не потому, что хирург обладал недостаточным навыком, а потому что инструменты были некачественные. А здесь уже от врача зависит мало. Комфорт хирурга во время операции напрямую влияет на его способность сосредоточиться и принимать правильные решения быстро, работать максимально точно, уделять внимание каждой детали. Это повышает безопасность и эффективность любой интервенции, отражаясь, конечно же, на восстановлении и исходе лечения. Для пациента наличие современного оборудования, опытной команды означает большую интраоперационную безопасность, сокращение времени реабилитации и минимизацию риска осложнений. Безопасность в операционной – это скорее интегративное понятие, которое включает в себя много составляющих. Это и инструменты, и расходные материалы, и оборудование, за которым надо следить и поддерживать его в надлежащем состоянии, а не просто приобрести. Это отлаженная система контроля за пациентом на каждом этапе его пребывания в клинике, при поступлении, на пути в операционную, при подготовке анестезиологического пособия и его проведения, при выполнении самой операции, а также во время пребывания его в реанимации и реабилитации, которая начинается прямо на реанимационной койке.